Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой, мне кажется, тоже такой эпический журнал «Браво» с Бритни Спирс. Ну, почему он такой вот прям исторический, видно по обложке, да, ну, как по мне, знаете. Я уже на один «Браво» снимала, и мне кажется, это прям такая историческая обложка, вот это тоже там, ну, поспорьте со мной, конечно, журнал «Браво», он не относится к числу таких прямо правдивых журналов, да, здесь какие-то сплетни в основном написаны, но все равно он интересен для молодежи был раньше. И здесь скандальное выступление Бритни на VMA 2007 года с песней «Гимми Мой», и вот тут Бритни хорошая, тролливали. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Это у нас номер 45 от 7 ноября 2007 года. Браво славится тем, что здесь просто везде звезды, куда ни глянь, везде они. И давайте до Бритни долистаем. Вот у нас, в принципе, все, что есть в этом журнале про Бритни. Раньше любили Бритни на обложке, потому что, ну, как бы, она была в тренде, так сказать. Мама Мия, здесь вот фотографии прям вот, ну, не из лучших времен Бритни, когда за ней гонялись папарацци, да, вот, ну, и всякие фейлы ее, да, вот тут вот всякое расписано. Так что, ну, конечно, на этом тогда в то время зарабатывали очень хорошо. А надеюсь, вам был полезен данный обзор. Напишите, что вы думаете по поводу данной обложки. И посмотрите другие обзоры. У меня на канале очень много обзоров. И вот есть несколько журналов Браво, которые мне сохранились. И огромное спасибо за внимание. И пока-пока.